Ну что, друзья мои, сейчас я вам расскажу, почему я назвал вот этот поход как о муниципальные контрасты, да, по району Жулебино. Ну, смотрите, я нахожусь возле места, вот, которое очень хорошо и элегантно сделано. Это такой скверик. Вот он. То есть сами посудите, и теперь внимание на все внимание на задний план. Не знаю, у меня возникло такое ощущение, что это какой-то, знаете, кусочек маленький Англии, что ли. Ну, что-то такое английское здесь отдают, хотя я, конечно, не архитектор, вот, и мне достаточно сложно судить. Но, тем не менее, сделано классно. Такой дворик в миниатюре. Даже не дворик, площадь такая, да, даже сквером я бы не назвал, потому что не хватает зелени. Вот, и теперь опять внимание на задний план. Муниципальные контрасты. И снова здравствуйте, друзья. Продолжается моя прогулка по району Жулебино. Вот, смотрю, что и как изменилось. И сейчас вам тоже это буду показывать. А пока могу сказать одно, что район уютный. В районе, видимо, реализуются такие скверики. Вернее, не то чтобы реализуются, они как бы реализованы. То есть такие вот скверики я сделал несколько фотографий, вы их увидите, соответственно, в статье. В общем-то, приятно идти. Видно, что большое количество обилия магазинов. Фактически все в шаговой доступности здесь. Конечно, сегодня я затрону одну часть Жулебино. Вот, и пройдусь еще по Жулебинскому бульвару. Вообще, Жулебинский бульвар — это такой некий, я бы даже сказал, такой некий позвоночник района, который нанизан на все остальное. Ну вот видите, да, вот такие вот как бы скверики, то есть лесопосадки осуществляются. Это, соответственно, все благотворно влияет на экологию. Вот. Ну, конечно, район Жулебино такой, я не скажу, что он большой, вот, и он, конечно, сильно подпирается люберцами. То есть здесь уже люберцы. И вот если чуть-чуть зайти вглубь люберец, вернее, не вглубь люберец, а вот зайти такую, знаете, вот на некую границу между Жулебино и люберцами, уже вот в отдалении я вижу такие вот дома сотные, большие. Может, их не очень видно, конечно, через камеру, но вы сами посудите, да? То есть вот Жулебинский дом, и вот, соответственно, вон те дома. По факту могу сказать одно, что тут действительно с одного скверика плавно переходишь в другой скверик. И прошло то время, когда район был голый, потому что деревья подросли, деревья высажены. И они, конечно, уже, когда листва, они уже, соответственно, уже дают тень. Поэтому нет такой, так сказать, жары, как было раньше. Ну, когда идешь по улице. Ну вот, как раз пересекаю один скверик. Вот. Сейчас перейду на ту сторону. Там сделаю пару интересно таких фотокадров. Друзья мои, сейчас я вам покажу вот это самое таинственное место, которое между Выхиной и Жулебино. Я про него неоднократно снимал, фотографировал, но теперь это место обрело второе дыхание. Посмотрите, что вы видите сзади меня. Вот эта вот территория стала благоустраиваться. Но я здесь не вижу вообще никого, кто бы здесь ходил и гулял. При этом я вижу, стоят фонари. Классные фонари, светодиодные. Правда, лесочек, конечно, здесь слегка еще загажен. Ну, как вы видите, да? Вот. То есть мусор, грязь, но тем не менее, очевидно, что прогресс идет, и в скором времени эта территория преобразится. Что здесь будет, я не знаю, но размах впечатляет.